Информационный десант Министерства обороны РК провел мероприятие в Туркестанской области в рамках акции «Егемен Елдин Ертена и Бандажастар». Заключительная встреча была организована в Кентау. Работа информационно-разъяснительной группы Министерства обороны прошла в тесном контакте с руководством местных органов военного управления. В акции приняли участие учащиеся средних школ, колледжей и военно-патриотических классов «Жасарбас». Прибывшие в Кентау столичные офицеры провели встречу с акимом города Жандосом Тасовым. Приветствуя гостей из столицы, аким отметил позитивное развитие работы молодежных организаций, патриотических клубов и кружков города. Тасов подчеркнул, что в воспитании подрастающего поколения необходимо применять новые технологии, прививать чувство патриотизма, а знания, полученные в военно-патриотических кружках, будут полезны в любой сфере. Затем были организованы встречи с учащимися 9-11 классов средней школы номер 19 имени Алии Молдагуловой и номер 16 имени Юрия Гагарина в формате урока мужества на тему «Патриотизм – основа процветания Казахстана». Гости рассказали о порядке призыва на военную службу и требованиях к приему в военные учебные заведения. Особое внимание было уделено льготам, которые получают солдаты после прохождения срочной военной службы. Школьники с особым вниманием слушали гостей, задавали интересующие вопросы. Видать большой энергетический и творческий потенциал, который должен быть направлен на достижение главной цели. В городском дворце культуры имени Шемшек Калдаякова было организовано мероприятие «Халык жүрегіндегі батыр», посвященное столетию Героя Советского Союза, народного героя, первого министра обороны независимого Казахстана, генерала армии Сагдата Нурмагомбетова. Завершилось мероприятие праздничным концертом, подготовленным творческим коллективом Национального военно-патриотического центра вооруженных сил. Ернур Бабиев, Диана Блязиз, новости.